Может, на обзоре ведро, а может, не ведро. Посмотрим. Так посмотрим. Всем привет, с вами Конор. И сегодня, короче, у нас, естественно, будет обзор именно, ну не то, что прям обзор, а продолжение, как бы сказать, игру под названием GTA КРМП. Да, именно КРМП. Grand Age RP, как говорится. GTA Криминальная Россия мультиплеер. Да, давно не было просто, блять. Давно не было Grand Age RP, не было GTA и так далее, блять. Ну, да, как вот видите, сейчас вы меня видите через вебку. В данном видеоролике. Не, мне вообще не больше меня тут срач. Полнейший, блять, рубашка после моей работы, ебать. Ну, как-то насрать. Ну, ладно, ребят. Короче, вот сегодня будем, как говорится, сами, естественно, пробовать профессию дальнобойщика. А именно... Сегодня мы будем кататься на дальнобойщике, а именно на КамАЗике, как говорится. Вот, ну, КамАЗик, который стоит именно вот здесь вот. Вот здесь прям стоит рядом. Похрену, перешагнем, блять, и так далее. Ну, я так думаю, что меня нормально слышно. Надеюсь, проблем нету. Хотя, в принципе, все равно будет включена... Как его, блять, как на хуйня называется-то? А, премьера. Да, кстати, зачем мы будем кататься на КамАЗике? Если, конечно, тут он есть. Нет, скорее всего, нет КамАЗика. Нету КамАЗика. Нету вообще никакого КамАЗика, блядь, и все там подобное. Для меня, конечно, это первый ролик, который я снимаю с помощью вебки. Но была, конечно, трансляция, которая, блядь, она вечером меня все время лагала, блин. Вот просто вот, было неприятно, блядь. И все. Так, давай-ка сейчас в очередь. А, в очереди никого нету. Давайте, короче, ребят, возьмем, покатаемся на грузовике Рено. Да, кстати, Grand Age немножко так обновили, если так вам, ребят, сказать, ее обновили, в каком плане? В хорошем плане ее обновили, в том, что теперь на машинах работает нормальный поворотник, блядь. Это то, что не было раньше, блядь, вот, просто светит какая-то лампочка тупо и все, ну, вы уже поняли, ребят, меня прекрасно. Ну, ладно, давайте-ка сядем, ну, в нашу реношку, потом, естественно, как будет время, прокатимся на... В грузовике Эвеко тоже вот. Ведь у меня-то, как бы так сказать, канал-то по транспорту, блядь. Ну и также про работу, блядь. Ну и так далее. Ну ладно, давайте уж тогда сядем в наш любимый грузовик. Синий Эвеко. Так, здравствуйте, уважаемый водитель. Чтобы начать работу, введите... Трак старт. Ага. Трак старт. Блять, команды эти водить, блять, нахуй они нужны. Сорян, ребят, что у меня кашель. Сорян. Да, кстати, вот эту камеру, вот, как я говорил на трансляции, если кто-то не был, то сразу упомяну. Я эту камеру купил, естественно, за свою зарплату. Который я работаю в красно-белом, как говорится, но я сейчас, как бы сказать, нахожусь в таком нехорошем состоянии. Так, вот, все. Начали нашу работу. А вот, кстати, прицеп наш, который тут вот стоит рядом. Даже два прицепа, два вида прицепа даже стоят. Даже три вида прицепа. Ну, давайте сейчас сегодня уж так прокатимся на прицеп. Ну, возьмем прицеп себе вот такой более-менее прикольный. Вот этот вот. Так. Я вроде бы забыл ввести команду Track Start. Так, давайте вот груз. Одежда, продукты... Мебель. Давайте-ка сегодня будем возить одежду. Одежда все-таки нормальный груз, блять, как говорится.
Кстати, вот эта камера, то, что сейчас у меня, это называется Z-Gaming. Z-Gaming A100RT. Как я помню. Да, она так и называется. Но он стоил, конечно, 3000, ёб твою мать. Но, что, денег заработал и купил камеру, блядь. Ну, я, конечно, YouTube пока деньги не получаю, к сожалению. Ну, блядь, вот так вот. Да, кстати, не обращайте внимания, что меня там, блядь, чирикает попугай. Не обращать на него внимания никак. Ну, просто забить на него хер. И все. Ну ладно, давайте погнали. Так, все. Отправляйтесь на маркер для разгрузки. Блять, куда ты летишь? Кстати, в кабине, в принципе, уютно. Ну, смотрите, ребят, реально уютно, блядь. Очень так уютно, прикольно. Конечно, спидометр для вас не будет виден, или будет виден, я не знаю, блядь. Ну, GeForce Experience, как говорится. Так, давай-ка уж повернем-ка как-нибудь получше. Я просто решил снимать именно видос, как вот видите, от лица дальнобойщика, как я, в принципе, делаю, ну, как бы, чтобы было пореалистичнее, блядь. Ну ладно. Короче. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, кстати. Насчет лампочек. Смотрите, ребят. Видите? Везде работает просто. Это охуительно, блядь. Это просто охуительно. Вот смотрите, вот везде работает все. Вот просто везде. Как... Ну, сейчас. Смотрите, и здесь работает на фуре. Также лево работает поворотник, как видите, вот, вот везде, блядь, все работает. Вот везде, блядь. Это очень даже хорошо, и это очень радует. Вот просто, вот от души плюс, блядь. Вот просто от души плюс. И все. Ну-ка, давай сейчас вернемся. Ой, тихо. Какой-то водила. Я решил немножко так порезвиться, блядь. Да, кстати, сорян. Ну, теперь все будет видно, блядь, что я что делаю. Нахуй. Сука, вот. Да, кашель мне так не прошел. Ну, я так и не вылечился так до конца. Ой. Да, видимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, у меня вообще прицеп, блядь. Ёб твою. Ой. Что за хрень, блядь, а? Что за хуйня, блядь? Ну почему, блин? Сука. Да, ты меня радуешь прям вообще. Ебать как, блядь. Просто. Да, GTA, короче, любит радовать. В кузове, кстати, все пусто. А, ну да, пусто. Отправляйтесь за... для загрузки. Понятно, надо сперва загрузить товар, блять, а потом будет уже, наверное, чем-то заполнен, блять. Ну, короче, что там такое. Сорян за такой вот громкий звук. От моего любезного кашля. Да. Не хотелось бы, ну, что поделаешь. Я человек... сделаны из мяса, как говорится, мы все сделаны из мяса, поэтому все. Поэтому мы все болеем, все, блядь, там все это, все то. Надеюсь, что я выздоровлю. Потому что, ну, болеть не очень-то хорошо. Вообще никому не советую болеть, потому что болеть очень плохо. Да, кстати, сейчас уже у всех школотов. Ну, ладно, уж. Ладно. У учеников, у учениц, короче, все. Закончился учебный год, как говорится, и кто-то перешел в другой класс, кто-то сейчас сдает УГ, кто-то сдает сейчас ЕГЭ, блядь. И все. Что-то в этом роде, блядь. Ну, а я студент, продолжаю учиться, как бы сказать. Сейчас у меня просто практика идет, ну, типа практика производственная, блядь. А на самом деле, блядь, работаю, чилю на чилю дома, лечусь. Да, сейчас хочется вылечиться, чтобы уже наконец-таки нормально уже идти работать, блядь, и все. Они просто сидеть дома, блин, и нихуя ничего не делать. Это просто пиздец. Это, ребят, вот когда долго сидеть дома,
Ну, точнее, я заболел, получается, в пятницу. Да, в пятницу я, получается, заболел. Заболела простуда, как обычно, но, в принципе, это обычная стандартная болезнь для всех людей. Но все же. Поэтому, блядь, поэтому я на работу не ходил, получается. Ну, в свои рабочие дни я не ходил. Где-то дня два, что ли, потом я в среду и в четверг, именно вчерашний день, я пошел работать, блядь. Не до конца выздоровший. И естественно, и такой, я такой думаю, а нахрена я вообще пошел на работу, ё-моё, если я еще не здоров. Ну и в итоге сейчас дома лечусь, я до конца хочу вылечить, чтобы, ну, на работе, естественно, не кашель, блядь, именно не сопливиться. Но хотя сопливиться, наверное, все равно буду, потому что насморк, он быстро не лечится, поэтому вот, как-то так, блядь. Так, наш любимейший железнодорожный переезд. Сейчас отъедем на базу разводчиков товара, как говорится, потому что там идет, там есть единый склад, где находится весь товар, блядь. Логично же, да? Так, что-то я не особо прям соблюдаю прям правила ПДД, блядь. Сука, это же игра, блин, ё-моё. Это же просто игра, ё-моё. Игра... Ну, в реальном времени, если так сказать. Так, давай-ка вот сейчас вот так вот. Не знаю, может быть, когда появятся еще деньги, может быть, на Алиэкспрессе я закажу себе зеленый фон, если, конечно, мне он вообще понадобится. Ну, так просто, знаете, поставить, чтобы просто был фон, и всё. Ну, как бы так, а. Да. Так, поворотник надо вон нахуй выключить, так он нахуй не нужен. Ну, хотя его тут все равно не видно, приборки, как он тут работает и все. Ну, и хрен с ним. Но все равно, кстати, множество очень даже хорошее, блядь. Вот реально. Вот, кстати, если, конечно, я найду еще автобусы или еще как бы маршруты на эти автобусы, то, кстати, в автобусах... ну куда ты едешь, блин, ну куда? Ну ёбаный в рот-то. Да, может быть, сейчас кто-то не будет, сейчас впервые увидел, как я выгляжу. Ну хотя, в принципе, во ВКонтакте было и так видно, что я как я выгляжу, блядь. Ну как я выгляжу, блядь, ебать, ну вот. Ну так вот я и выгляжу, ё-моё. Да, полноват я. Может, там кто-то скажет, что я... Скажет, что я толстый, блядь, и все. Но... Мне не обидно. Мне насрать. Да, кстати, вот сейчас вот, вот эти вещи, как... Инстафлуф. Ну ладно. Это я так, чтобы... Ну, чтобы ютубчик... или, к примеру, наше законодательство меня не посадило никуда. Ну, ладно. Короче, в этих приложениях лучше не надо говорить на ютубе, а то иначе прижгут. Ну ладно. Да, естественно, события сейчас не особо хорошие, если так вам сказать, но мягко говоря. Сейчас цены поднялись, блядь, на все нахуй, ну... Пиздец, что сказать. Просто пиздец. Больше я ничего не могу вам сказать, ребят. Просто ничего. Конечно, вот очень печально, что цены выросли, блин, ну, на все и... Ну, и другая всякая хрень. Ну, ладно, ребят, мой канал все-таки не о политике. Давайте-ка не будем говорить о политике, потому что ну, нам она нахрен как бы она не нужна. Не, конечно, в принципе, сейчас многие будут говорить, что вот, блядь, типа ты типа нейтрален к этому всему, типа на какой-то позиции и все, блядь, ну... Зачем мне это обсуждать, ё-моё, я и так уже по телевизору это все слышу, блин, все время, каждый день, блядь. И даже порой сейчас телевизор сейчас стараюсь его не смотреть нахуй, и все. Для меня сейчас все заботится именно... Не то, что там сейчас происходит в другом государстве, те, кто сейчас из этого государства смотрит именно меня и мой канал, там и все там подобное.
Меня по большей части волнует именно моя собственная жизнь, как бы сказать, и как бы, чтобы были деньги, ну и чтобы было, естественно, ну, много чего было. И все, ну, вы поняли. Да, кстати, дверь шатается. Так, мне в какую сторону вообще надо ехать-то? Так, мне куда надо ехать-то? Надо посмотреть. Так. Это в какой город мне надо? А, мне надо в Южный, ебать. Ну, в принципе, до Южного я доехать смогу. Поэтому поедем по сокращенному пути, как бы сказать, через Арзамас. Если уж так получится. Поэтому, ребят, давайте уж тогда сделаем так. Ну, на моем канале ни о какой политике ничего не говорим, блин. Ну, пожалуйста, ребят, ну... Я уже устал уже реально все это слушать, ё-моё, и все. Ну, он... Кто это говорит по телевизору, блядь, ну... Все вот эти вот... пиздоболы и все там подобное. Ну, вот реально, ну, бесит, блядь. Ну, понимаю, что это и вас тоже это бесит, ё-моё, но... Ну, ребят... Что поделаешь, если сейчас у нас вот так вот все устроено и все. Ладно, все, молчим про политику и все, говорим, короче, что-нибудь такое более прикольное. Да, кстати, у меня стрим, конечно, лагал, пиздец, я не знаю почему, но лагал. Не знаю, с чем это связано, блядь, может это YouTube так блокирует уже. Хотя сейчас уже на YouTube уже нету реклам, блядь, поэтому многие кайфуют, как бы, шо, во! Наконец-то нету реклам, можно спокойно... Смотреть видосы, блин, без, сука, как бы сказать, пропусков и все, блин, без этих вонючих реклам и так далее. Типа, многие же с этого кайфуют, блядь. Но, с другой стороны, сейчас другие ютуберы не смогут зарабатывать деньги так, именно по территории РФ, как бы так вам сказать. А почему так? Потому что по всей РФ, по всей территории РФ в Ютубе отключили рекламу. Ну, вы это все прекрасно знаете, поэтому вот. Ну, естественно, это печально, что... И хотя мой канал все равно маленький, в принципе, очень маленький. Ну, 426 подписчиков, кстати. Огромное спасибо, что кто смотрит мой канал, подписывается и ставит лайки. Вот реально. Вот, красавцы. Ну, по большей части, ребят, ну, конечно, я на YouTube, как я надеюсь, что... Пришел, как бы сказать, ради, естественно, заработков, но пока что о деньгах смысла нет думать, потому что, ну, блядь, пока нету монетизации, я не знаю, будут мне предлагать мне рекламу, блядь, или мне надо сам, ну, самому искать там своих реклам, да, ну, именно своего, ну, чтобы реклама была, короче, на канале, я не знаю, докачусь я до этого или нет, хотя для такого маленького канала, в принципе... Найти рекламу, блядь, ну, или чтобы кто-то предложил что-то порекламировать нахрен за деньги, ну, такой себе. Потому что мой канал маленький, и, в принципе, меня не, ну, не особо-то много людей прям смотрит, и все. Ну, конечно, подписываются, ну, это хорошо, это, конечно, молодцы вы. Красавчик, как говорится. Да, кстати, возможно, если уж подписки как бы будут, то, естественно, доберемся уже и до 500 человек. Да, это уже будет, кстати, середина золотая на канале. В принципе. Кстати, добавили звуки, как вы можете слышать. Кстати, звук ремня. Вы, наверное, сами слышали, какие-то звуки добавили. Вот, прям вот реально красавчики. Кстати, что сейчас сделали... разработчики данного проекта, именно Grint HRP, то, что они еще добавили так, чтобы у автобусов закрывались двери. Это очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Я даже за это рад. Очень сильно так. Потому что, ну это реально плюс, кстати. Это очень хороший плюс. И все. Вот они вот, кстати, красавчики, что сейчас теперь уже в Grint HRP открываются и закрываются двери. Ну, конечно же, нажав по кнопкам, это не получится это сделать, потому что, ну, блядь, это же Grint, это же КРМП, ё-моё. Тут нет такой прямо уж идеальных скриптов для того, чтобы двери открывались и закрывались. Но они зато открываются и закрываются во время того, когда автобус останавливается на остановках. Это очень даже хороший плюс. Вот реально.
Тот, кстати, в моих старых роликах говорил, что я очень сильно волнуюсь, но когда снимаю ролики свои. Ну, может быть, там в голосе бывают такие моменты, когда я снимаю ролик, блядь, ну... Порой это бывает так, что просто... Не знаю, как это объяснить. Просто беру, снимаю и всё. Да. Да, вот так вот я и лечу, блядь. Пью лекарства. Сейчас, наверное, после ролика лекарства еще будут пить. Потому что надо лечиться. Потом, после того, как надо вылечиться, надо еще и устроиться еще на работу, как бы. Ой, ну не устроиться, а точнее выйти на работу, блядь, чтобы работать. А не просто сидеть там, болеть, блядь, и все. Ну, это хрень будет. И все. Так, ну ладно, давайте уж тогда сейчас повернем-ка. Вот, кстати, наш город Южный. Приехали мы в любимый город и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот так вот, ребят. Вот, так, вот такая вот у нас жизнь, ё-моё, что поделаешь. Сейчас просто надо надеяться на хорошее. И всегда надо надеяться на хорошее. Я всегда надеюсь на хорошее, чтобы было все хорошо в нашей жизни и так далее. Ну, потому что, ну, реально, если, ну, не надеяться на хорошее, то можно с ума сойти просто с этого и все. Поэтому вот, я, в принципе, никогда в своей жизни не желал никому ничего плохого. Наоборот, чтобы у всех было все хорошо и так далее, и так далее, и так далее. И все. Чтобы было все заебись, как бы. И все. Ну, вот реально. Это же очень хорошо, когда все люди счастливые, здоровые. Ну и так далее. Да. Вот так вот. Вот так вот, ребят. Ай, ладно. Не будем сильно так печалиться, а просто будем работать. Работать, работать, еще раз работать. Вот, кстати, наш продуктовый магазин. Сейчас тут получим баблишко. Так, надо теперь как-то умудрить повернуть туда. Чтобы... кстати, в этой камере, которую сейчас вы меня видите, тут автофокусировка, как бы сказать. Поэтому... Надеюсь, что меня нормально четко видно и так далее, поэтому... Да, так. Сейчас надо подождать, когда включится поворотник. О, 500 рублей. Пособие от правительства, ебать, нахуй. Нормально. Так, поворачиваем. А, это типа, это пожарная часть, ё-моё. Понятно, это новости пожарной части. Так, то я думал, что это новость от военкомата, блядь. Сука. Так, ну что ж, ребят, в принципе, по перевозкам у нас как бы так. Ну ладно, ребят, давайте уж тогда на этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал, естественно. Ну, да, кстати, естественно, я забыл, как обычно, включить фары. Ну ладно, ребят, давайте уж тогда на этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. С вами был, естественно, я, Конор, поэтому всем спасибо, всем пока-пока, удачи!